Работа нашей важной общественной организации Белорусского общества охотников рыболовов, но не такая она уже общественная, наверное, больше, чем какая-либо структура государственная, потому что важнейший ресурс государства. Несколько слов, свежим взглядом, как вы там чувствуете себя, что там за ситуация, что надо для того, чтобы активизировать эту работу. Вносится предложение и проработать вопрос о создании музея охоты и рыболовства, да? Тоже надо будет там посмотреть на эту тему. Ну, если денег не просят, чего нам быть против? Надо, я думаю, соглашаться. Но еще одна тема известная с давних времен, и тебе самому, это борьба с африканской чумой свиней. Охотников желательно подключить, если это нужно. Вы в теме. Бояться тут нечего. И по каким-то там механизмам компенсации за добычу кабана и прочее. Ну, в общем, комплекс вопросов, которые надо будет решить. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы изложили эту тему. Ну и другие вопросы, которые подлежат обсуждению.